Всем привет! Вы смотрите видео на канале Андроидище Ревьюз. С вами, как всегда, я, Дмитрий, и сегодня я расскажу вам о новой игре Trial Extreme 3. Лично я не играл в старой части этого мототриала, но с уверенностью могу сказать, что это лучшая из частей. В ней вам придется проходить различные препятствия и барьеры на байке, чтобы дойти до финиша живым. В этой части нам подготовили 76 различных трасс, где находится еще больше опасностей, больше экстрима и головокружительных трюков. Графика выглядит довольно хорошо, хоть и можно придраться. В игре вам доступен магазин, где вы можете купить шлем и улучшить свой байк. Изначально игра бесплатна в магазине Google Play, но после прохождения нескольких уровней вас ждет неприятный сюрприз в виде покупки следующих уровней. Но тем не менее, игра стоит своих денег. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх для нашей поддержки и до новых встреч!